Лекция на тему действия при ЧС. Как только вам поступает информация о теракте или похищении, вы должны уведомить об этом состав. Каждый сотрудник специального отряда обязан взять комплект оружия, бронежилет, щит и набор объектов. Собрать весь свой состав, находящийся рядом с офисом, в гараже. Если количество сотрудников ИМИ слишком мало, разрешается привлечь сотрудников Академии. После уточнения места ЧС главнокомандующий обязан указать всему ИМИ место сбора. Выдвинуться на место сбора всего МЮ, по прибытию на место сбора вникнуть в курс дела. После получения информации от ФБР распределить роли между ПД и выбрать грамотного переговорщика. Отправиться со всем МЮ на место ЧС. Отдать приказ об оцеплении места ЧС. После оцепления территории распределить бойцов по периметру. Вывести гражданских из оцепления. После установки связи с террористами выяснить информацию о заложниках. Если заложников нет, разрешается незамедлительный штурм. Но если они есть, штурм нужно более тщательно продумать, дабы не навредить гражданским. Устранить террористов и освободить гражданских. Передать раненых сотрудникам МЗ. Когда сотрудники ФБР соберут все возможные улики, снять оцепление и все. Вопросы есть какие-либо? Нет. Слышно? Да, нет. Хорошо, лекция на этом окончена для вас.